Всем привет, дорогие друзья! Сегодня отойду от нашей темы и расскажу вам, как можно сделать такой малюсенький бизнес в Пекине. С чего начать и что делать. Надеюсь, вам понравится. Всем приятного просмотра. В этом месте в скором времени будет построен Диснейленд. Вроде бы на вид прям ничего так. Поэтому я сам хочу арендовать в том месте. На данный момент стоит дешево. Когда Диснейленд откроется, по-любому тут ценник поднимется. Если можно найти эти два пункта, то 99% уже надо арендовать. Я только что по телефону посмотрел, сколько стоит вилла в месяц. Вилла в месяц тут стоит 8000. 8000 за виллу в Пекине, да еще в том месте, где скоро откроется Диснейленд, самый большой в Китае. Начало все будет, надо просто верить и трудиться.